открыл код, и вдруг до меня дошло. Так вот же код написан. Вот как код надо писать. Понимаете? И я подумал, а что? Ведь это идея у разработчиков Django взять привычки и их профессионализм, который они копили 20 лет, и взять себе, как они организуют код, как они делают. Это будет круто и правильно, да? Я нашел более простые проекты, на которые можно опираться. По крайней мере, я считаю, что это правильно. То есть библиотеки, которым по много лет, они заслужили того, что на них можно равняться. То есть на разработчиков, которые их написали. Вот это было последней каплей, что я понял, теперь это будет работа совсем по-иному. В общем, вы поняли. По сути дела, школа будет располагаться там же по тому адресу spb-tut.ru, и вот так будет устроено. Все банально просто, все понятно. Ну, все, пока.